В ближайшее время в Нижнем Новгороде и области синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра до отметок 12-17 метров в секунду с сохранением до конца дня 20 апреля. Ночью и днем 21 апреля местами порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.